Нужна помощь? Да, заходи на роги. Ща, минут через пять. Надо без него трай сделать. Да, пока без меня делайте, мне сейчас надо кое-что сделать, я зайду. Как бы ты тестер ушел? Ну вы заебали, я их карты, честное слово, чё, где ты, Азерон? Там глыбы лист не лутал. На ассиста. На ассист на Валмору. Дмитрий, кто лист не глыбы лутал. А, я не могу отнимать со своего персонажа. Шнурки тут? Где у меня, блядь, шнурки? Ты здесь или нет? Заебали я их карты. Блять, просто бесите нахуй. Блять, просто разойдемся, да и все. Сейчас Антон будет, короче, и Саламный пишет. Давай минус шнуркам тоже. За а я не могу никому ничего дать. Скриншоты делаю, записываю тут... блокнот. Записывайте. Шнуркам минус, Юмаксу минус, Кею минус. Заебали, честное слово. Я тут. Ну так а чё ты тут? Я тебе раз 10 звал. Чё говоришь? Раз 10 звал. А, показалось. Окей, да, ассиста, алло. Блядь, короче, Сань, пока Сова не проебался, дай ему пати, вот. У тебя все здесь. Сова 257. В гильдию плюсанул. Ну, бонд еще. А можно шкафом сумонить? Так, шкаф. Да ебаш, чеки на фэкпан нон-стоп, и все, друзья, и записывай. То фэкпан просто потом минус 500, минус 500, минус 500, и все. Так и будет, так и будет. Так, сейчас он умер, что именно с вами туда. Ты с лидером ушел, когда тебя звали раз 10. Можешь не подойти? Уже поздно. Ну, забрали. А тут но... был просто наушники. Просто... Кинь обмен шнуркам за, за пасочкой, Антон, либо Макса за сапротом. И Макса кинь гиптос тоже сапрот. Рыбу еще одну, Андрюха, поставь. У Маши какой ник? Он. Я следал эту ДДшный пас. Паладин, ты играешь на прот паладине без массы сокры. Это пиздец просто. Ну, я хуй знаю. А чё, мы в три танка, что ли? Он обещал сделать, у нас сокрыло, но не сделал.
Ебать, прикол. Я думал, он в ДД. Дайте баф пароль. Дай дискорд, извините, пожалуйста, сэ. Дай ассист на Валмору. Я и сам, я могу в ретрика пусть танчит. ДПС будет. Танчит, он тактики не знает, пусть просто стоит. Дай ассист на Валмору, пожалуйста. Женя. Сука, опять есть каст. Я ему уже два раза за минус просто дам. Ну, просто это пиздец. Короче, вот добавь лока 255-го. И замени этого, короче, пала. Да, пускай почилит. Его сдует с одного дыхания. Идти на замену. Без массакры такой явно не нужен. Розы Рикс. Приступав. И кто им ты? И ну ты пальцы локу. Сейчас, ну надо переписать. Блять, а шнурки что, ассиста дать не может? Шнурки. Кому тебе? В Альморе. Тебе уже несколько раз говорили тебе, дай лидера сюда. Раз ты постоянно ФК. А ФКшишь, ну? За ФК, за ФК. Да какой ФК? Я тут находился. Вы, блядь, молчите. Так, блядь, лидер. Кричат люди. Раз, знаете, лидера. Она лидер. 24 человека свидетели, что я тебя несколько раз звал, ты не ответил ни разу. Значит, ты не мог быть здесь. Пиздец, вы, конечно, ко второму рейду относитесь хуёво. Блять, играйте как-то посерьезнее. Сейчас по-другому просто будем делать, и всё. На второй рейд будем больше ИП давать. Что заебали, блять, честное слово. И минусов больше. А на первом будем меньше давать ИП, и минусов тоже больше. Да? Не хотят нормально. По-человечески все делать. Санек, это дискриминация сами, первого рейда будет. Сань, слышишь, перед полом сейчас люди зайдут, я продублирую то, что на первой фазе по две метки. А то мало. Эти ребятки, кто новые, они зашли, не зашли? Не. Не он, да. Neon Darkness, Египтос. Египтос, Neon Darkness тут. Дище. Neon Darkness, дище. Босс, закастуешь СС на где-то пор. Neon Darkness на... Он Госпожу закастует. Neon Darkness в дище. Лок Neon Darkness. Там он стал сейчас загружать, наверное. Лок. А где он здесь хороший прат? Можно копировать сразу ссылку в чате. Лок Neon Darkness. В дище. Какой ник брат называется? Да не то, что дискорд добавлялся. Брат Абдон. Блядь. Рид заходит. Как у вас успехи? Хуёво. Вы на компас? Смотри, я от хвоста прыгаю. Как отскакал. Блять, ты всегда себе найдешь чем заняться, это пиздец. Ну, сука, давай ему сейчас. Просто пиздец. Захочет чернуть. Погоди, Саш, наверное, заходит будет долго. Не пыли. Так, сейчас слышь, пойди, у меня вопрос. У тебя есть там, короче, в комнате где-то груша нахуй? Дебашит нахуй. И фотка там должна быть там груша нахуй. У него там два кота есть, которые можно пиздить. На резинке. Я смотри, я дефну лока, потому что у некоторых людей дискорд грузится пиздец на пол жизни. Ну да, бывает. Да, Саньку раздраконили, это пиздец, товарищи.
Пиалай, чьи-то и бабрак откаты подписывай там. Страшно, походу, блядь. Закастуй СС на мою госпожу и неондарность Египтос. Мы на первой фазе по два человека выносим крест, квадрат и луна. То есть что это значит? Два человека в крест, два в квадрат, один в луну. Два в квадрат, два в луну, один в крест. Неважно, короче, такие метки, вот эти три, которые на первом ряду. По два человека ни в коем случае не ставите между метками и ни в коем случае не подходите вперед-назад. Если видите, что три человека бежит, можете просто один человек либо вперед пробежать, либо туда в сторону. Все, на второй фазе работаем трусы, ромбик. Но когда ставим метку в трусы, ставим, не заходим во фрейм босса и ставим по центру синдры. Все. СС закастуй на мою госпожу, Neon Darkness. Ставь рыбу еще одну. Успех есть. Маска, буревестник. И почему до сих пор СС нет на моей госпоже? Орк в четвертой пати. Neon Darkness. Слышишь? Ты спросил, кому СС ее? Ты сейчас повторил. О, моя госпожа, четвертая пати. Все. Готовность на пол. Женя там сидит, кайфует, прям, когда его зовут. Не нужно отрицать. Машка, тут, а? Или нет? Все, запускаем духа. На 85% притяжка. Чуть ближе к боссу, кто далеко стоит, подвинтить. Кто далеко не притягивал. Чуть здесь 2% притяжка. Побежали. Блять, ну вы угораете, ну ёбана, ну пиздец просто. Этот, по два человека, метки. Женя, массейв готов. Нажимай. Андрюха всех засчитуй. Египтос дашь БР по Кею. Паша встать есть или нет? Паша, буревестник. Встать есть? Тогда Маша отдашь по буревестнику и минер ему сразу. Подбивайте метки до 20%. Не разбивайте пока. Еще одна глыба падает. Разбивайте, разбивайте. Глыбы. Маша, БР по буревестнику. Иннер ему сразу закинь. Египтос тоже иннер по буревестнику. Ближе к боссу подбегите. Вон квадратик стоит, квадратик. Скоро будет притяжка. Беги, малышка, беги! Бежать не могут, блять. На первую ступеньку выше не забегайте. По два человека. Мисая, готовь массы. По два человека. Крест, квадрат. Луна. Нажми Мисая, массы. Мастер на лед тоже нажми. Ну, давай, мастер. Две лишние метки. Ебануться. Вы можете на кого метки не вешаются вверх подходить? Больше по глыбам, 10 секунд. Не забейте, пожалуйста. Средняя
Последняя сопля падает. Разбивайте, разбивайте. Никто не убегает, помогает глыбы вначале разбивать. Долго глыбы били. Тяжко через 5 секунд. Ближе чуть к боту подойдите, кто вздыхает постоянно. Беги, малышка, беги! Все, хорошо. РДшники после того, как Синдра Шазит, остаются в квадрате. Блять, надеюсь, он не переведется во время полетки. По два человека. Мистая, тоже смотри. Тебе метка. Женя, массейв готовь, отдавай. Хорошо. 20% метки подбиваем. Урон не ловите лишний. Дотки не вешайте. Падает между центральной и правой. Не разбейте только. Подбивайте, но не разбейте. По левым там РДДшники чуть поиграть. Между центральной и правой. Последний хлопок и разбивайте, разбивайте. Все, РДшники в квадрате остаются. Милики, идите, боссы будут. 2% фаза. Хантура, подбежи ближе к квадрату, чтобы возле ромбика не стоял. Возле ромбика не пустите близко. Фаза вторая начала. Первую метку в ромбик выносим. Имбомаг побежал в ромбик. Под лицо не заходи только. Милики, пошли Андрей разбивать забрал. Ромбик. Андрей забрал. Милики, разбиваем ромбик. Следующую метку в трусы. В трусах не разбивать, разбивать. Подожди, нет. не разбивай. Нормально, скинь в трусах. Ловец снова побежал, он зубы по лофту снова. Эту метку не разбиваем. До 20% дотки не вешайте. Все, стопнули. Идите на милики в РДД. Милики в РДД. После каста даем Геру и разбиваем. Разбивайте. Хартую в ромбик побежал. Или как там правильно. От ромбика отбежали. Геру дайте. Милики пошли разбивать ромбик. Следующую в трусы. Из морски в трусы. Милики от трусов отбежали. Андрей забрал. Нажми массейв, Мисая. Да. Разбейте обе метки. Ту и ту. Следующий ромбик метку. Шнурки в ромбик. От ромбика отбежали. Сразу же. Милики, пошли разбивать ромбик. Следующую в трусы, в трусах следующую не разбиваем. Кьюмакс, трусы стань, красиво стань. Нажми массейв, Андрей. Андрей забрал. И Женя. Женя тоже нажми массейв. Нажал. До 20% подбейте. Не разбивайте только. Все, стопнули. Отбежали. Милики в РДД зону свалили. После каста разбили. Разбили. ККЗ в трус. В ромбик, точнее. Милики пошли разбивать ромбик. Следующую метку в трусы сыграем с его зоной. Ловец снова нажми гим на ману. Капанил. По капанилу массейв какой-то есть. Сейф какой-то надо по капанилу. От трусов отбежали. Хорошо, разбили в трусах. Чуть все 5 киллов освобожденка. Смотрите аккуратно со стаками. Разбили в трусах и добивайте синдру. Метки куда угодно выносите. Он у Маши вынеси куда-нибудь, неважно. Так. Притяжка через 15 секунд нормально успеваем.
ты корабль. Клык. Да ну нахуй! Так он надо или нет? Да. Мне вот в Алморе скинул. Я с ним на подтвержденном. Дали как, сапрота набрал, тебе куча, блядь, била. Я просто скинул, когда ты сказал уже. Кому скидывай? Ну, у меня вроде бы Егора... Я могу себе забрать. Типа, я не помню, я зайду. Подожди, я проверю. У меня, по-моему, тоже подтвержденный. А, нет, блядь, ну ты ёбана, ну... Ай, ну вот как сейчас quick and roll будешь, блядь, делать? Молодец, блядь. Ну, не... Чё ты торопишься? Пожалуйста, не паникуй, Саш. Вдох выдох. Плык оставь, всё нормально. Ну, потом валюту просто передаст его. Ролил, все на клык, танки наши. Во-вторых, короче, я найду Егора и заберу клык, и я дам кому надо. Я как, вроде подтвержден. Вам бьем лича и пойдем дальше, ну нахуй это. Не-не, а он не психует, ты какой-то нервный, блядь. Ну, у него есть на то причина нервничать, понимаешь? Ну, вы ведете себя очень, ну, не все. Похабно, похабно. Но точечные люди ведут себя очень, блядь. Неадекватно, скажем так, блядь, ну, попроще, блядь. Главное успокоиться. Похуй, этому похуй, блядь, ну, типа, я хуй его знаю. После целка что-то идёте, дед? Загружай темп. Кто-то тактику на этого босса не знает, объяснять кому-то или что-то, или все знают. Сквернение выносить по бокам или все. Ты же был здесь, ты знаешь, что делать. Нурки, неандертальцы, поставьте скаут за сумони. Дай шкаф, пожалуйста. Поставь заново Андрюха рыбу, там были, кто сдыхал. И фул ребаф, блядь. Пришел другой лог, был шкаф. Есть рыбу. Женя, умеешь танчить? Объяснишь, короче, ему походу, Андрюха. Он сейчас за босса пока запускается. Будем все стоять в этом. Во время босса. Че, мы все стоим в куче, я просто забираю себя Шаркареева, да. А потом отвожу, как обычно, отвожу их в угол. Все, если, да, если, да, если да. На них, если на рейде, как называется, чума, они подходят, заспеливают, он умирает, я подвигаю к вам. Все. Аркану сейчас будет. Короче, всем новым, кто пришел, кто не знает, мы бьем босса, типа все под боссом с ним, то бишь улича на первую фазу. Чему здесь спалим по рейду? Потом уводит Шаркарей от нас. Если будет такой момент, что чума все-таки останется на рейде, просто вам скажут, подошли все к Шаркарям, где спалим чуму, и все. Не затупите, пожалуйста, этот момент. А остальное все то же самое. Паша будет. Сейчас хоть скиньте с капанил, чтобы не было. Не скинь, лут, да, мне не кидай, у меня аккаунт не подтвержденный. Егор не знает почту сам. Чмыги кидаю, я ливну. Кстати, да, у Егора... Ну, Егору позвоню тогда. Я сюда просто заставляю, все. Я могу в Дискорде здесь написать. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Что, пиздюка запустили? Я думаю, Женя заклык, короче, приедет ему домой на квартиру, блядь, скажет, заходи в игру. Ну да, соседи, блядь. Приходы приготовили, через 20 секунд начало боя. Тут сапроты или можно ДДшку? Можешь перепить ДД, можешь сапроты ставить, не принципиально. Если СС откатится, Локи также закастуйся по танкам, по залу. 3, 2, 1.
manifests in you. Карпу чума приготовит. И бумаг выйдем здесь. Андрюх, ходи скажи. А где я потом должен быть? Не знаю. А ты, пожалуйста, ближе к себе под босса. Ну, Хантей еще должен понять, что куда ты подбегусь. Скоро будет снова чума, приготовьте, чтобы под боссом были. Чума годима. Блин. Через 10% фаза. Напоминаю, под лицо к духу никто не заходит. Маша по себе ему закинь. Египтос тоже по лону закинь. Изморский по бурилей. И Макс. 2% фаза. Приготовились бежать на край. Чмыга и Капанил поиграют по этим. По сферкам. Дима, ты мне помогай только. По сферкам. Буду я в основном по сферкам. Да я поиграю. Ты только помогай, если много будет. Я скажу. Старайтесь с рейда выбегать, на кого сверка идет. Под урона главное. Я поразбиваю. Духа заберите, под лицо к духу не заходите. Заня, если ты уже в рейде, забирай следующего духа, ты, Андрюха, готовься на босс идти. Изморский иннер по Волморе залей. На сферу не бежите. Скоро через 6 секунд переходная фаза будет. Заканчивается. На сферу не бегите. И под лицо к духу не бегите, мили. Добейте духа, заводите, забегайте под босса. Сферу дали, играйте по валькам все абсолютно. Они быстро сейчас летят. РДшники разбежались уже. Милики тоже можете разбежаться. Вальку не несете. Нео Даркнес вынес. Подбежали под спину. Ничего, все. А, или сам вот этот будет, да, бродяги кожи. Да. Сейчас будут вальки вместе сразу с сквернением. Разбежались. Уже РДДшники, милики пока. Чуть бейте. Тоже разбежались. Держите рендж и выносите осквернение. Под валик не несите. Босс, по валькам играйте. Цером, быстрее, Цером. Печеньку стопите. Оковы бросайте. Не работает сейчас он, блин. По-моему. Все, трусы уже умер. Трусы Берни. Смурки и БР, Маша. И разбежались РДДшники. Далеко не убегайте. Что вальс, видите, как быстро бегут. Канту и выбежал. Вернулись обратно под лича. На синий надо выявить. Скоро вальки будут. По валькам сразу же играем. Геру почему не дали? Геру дайте. Осквернение, держите рендж. Под валик тоже не ищите. Имбамаг. Выбежали. Ебать на тоненького, блядь, накрашек ты тэпнулся. Скоро будет сразу валькиры. Осквернение.
РГшники, разбегитесь, раньше держите. И далеко не убегайте. Вот валик не несете. Изморский вынес. Килл треугольный. Вначале успеем, валик вначале добейте. Потом прибегите все к подлеча быстрее. И сразу готовьтесь заходить. Андрей и Женя массейф нажмете. Давайте массейф, готовьтесь заходить. Все на краешек. Сейчас Дима точно помогает по сферкам играть. Мастер на лед еще можно. Блин, так. На кого идет сферка, старайтесь быстрее до выбегать. В принципе, Дима, я справляюсь. Можешь не помогать. Вроде. Так, никто помогает. Он там идет одна справа, помоги ей. Скоро будет переходная фаза, через 7 секунд. Заканчиваться. При себе или кушай на себя, подержи его. Забегайте на сферу, только не бегите, помогите им разбить. Сферу разбейте, помогите. Духа добили вначале. Мисай, нажми массейв. Агрессив опрохил. Агрессив касс собьёшь. Скоро будет осквернение, разбежались чуть-чуть. Это осквернение. Не спешите бежать, пока кричу, стойте пока здесь. Осквернение вынеси, вернёте, перебежите за меча. За спину. Трусователь вынес. Все, все остальные под спину кричу. За спину. Женя, лови духа. Госпожу прохил. Агрессив, блять, передам чего эти босса, у него походу агрессив сдох. Так на босса не заберется, что-то. А, как он сдох. А, он вышел. Все, право-лево. Разбежались. 4, 3, 2, 1. Я опять поставлю, Саш. Я половлю. Госпожа половит. Антуй. Антуй, выдержу. И опять под спину. Под спину, что непонятно. Все, нажми массейв, Женя. Мисаю прохильте. Жжу по Мисае. Там нужно будет через Станлер разбить каст. Куда он будет кастовать. Достань по этому стан. Осквернение. И лево разбежались. Да. Ребят, осквернение другой, вынести. Другой кто-то там половить сейчас. ШПшник никто не будет. Тучка, не знаю. Ловец есть? Тучка. Если есть, все ловить. Там буду баблом половить. Любой плани ловите баблом. Не знаю. Геру до сих пор дали. Да, 100 раз крутил. Гера была, Саша. Право-лево разбежались. Вон у Маши вынесло. И опять под спину. Изморский, дай БР в агрессиво. Тебя не надо. Женя, лови, я тебе зубы дам. Женя, лови. А, уж балл. Андрюха, нажми массейв. Сейчас будет сжат душ, прокильте эту цель. Да, уже да, все, убили босса. Ну, все равно. Нихуя я проходку полутал. Это, Саня, там будет... Будет фулл ЕП за рейд. Да, будет тебе фул ЕП на чисто. Спасибо. Сейчас я зайду на своего мага, все начислю. И поднимаю. Ты можешь просто олд какой-то меня до банкира повысит, и ты мне скажешь, что начислить, я повышу. Я поначислю. А, да, давай. Давай, давай. Тут у кого там олд? У Шнурков, наверное, есть. Женя, у Маши есть.
Маша, он. Банкира. Он у Маша. Дайте Войду банкира. Я не могу дать. Я сам Маша банкир. Может. Маша может. Маша. Спасибо. Дворник этот... банкировали. Что там скажешь? Там... Кого начислить? Короче, начисли сейчас просто всем 600. А мне 1020. Пизделей. Да. 600. Тебе еще дополнительно 600. Потом Капанилу минус 600. Даруй мне последнее благословение. Че, духа народ получил проходку? Нихуя-то народу проходку получила. Да, хорошо. Только это. Три человека. И пульки тоже получили. И хорошо, слушай, ну, блин, ну мы сделали, что хотели. Зашли, убили, блядь, да? Пришлось пару раз там кого-то наорать. Так, Капанилу, ну, Капанилу минус 600, да? Да. А Бонду сколько? Опа, на две тени раз. Слушай, давай мы сейчас разберемся с лутом, чтобы люди не ждали вот это, типа, не поели, все наше. Хорошо, да, давай, потом. 2-13, что? По мейн ролим. В начале ролим. Ролим. У нас два ДДшника. Все, тогда этот анроль одну теренаску, Женя. А вторую на ролл кидай. И потом кидай печеньки на ролл. Все. Потом, сколько ДС-ок выпало? Одна или две? Одна и тебе отдал сразу. Египтос 94. Кому теренаска идет, рольте. Ну, ролит на помойке. Я попал на тину, короче, но... Сейчас с ролью. А, давай. Египтосу по карту. Дай Сове. Теренаску. Все, токены роли, да? Да, токены и то, что вот он... Если кто с гильдии выраливать оставляю, потом не пашу, да? Да, да, нет, по-моему, просто кидай все. Просто по-моему кидай все. Топливо. Нам только не пашет. Уже их не пашет давно. Разберемся потом сами. Бросай через ор, пожалуйста. Okay. Дай ему ассист хотя бы. Саня, кем мне идти? Подожди пока, блядь. Подожди. Ты че рёшь, блядь? Что, печеньку разролить, ёбаный в рот не можете? Кричит он и кричит, и кричит, и кричит. Я курить пошел, надоел ты мне. Сань, дай ассиста шнуркам, пожалуйста, чтобы он через ору бросал. А и так видно все. Да потому что перебивает постоянно. Вон. Так, Андрюха, у тебя еще лут еще остался, плюс ДС-ку надо будет пролить. Да. Какие-то рейды нервные в последнее время стали. Потому что не дают, поэтому нервные. Он дает. Тарелку супу, блядь. Все разролил. Одна только это осталось. Пуха. Да, Андрей кого-то остался. Подожди. Да, да. Египтос, ты можешь сливать уже, потому что вот это вот ты сейчас. Печеньку одну забрал. Ну, забрал как забрал. Человек пришел. Подай. Это лучше. А ты это сложно. Волнули. Еще один такой. А хотя ловец два обмен тебе дадим и все.
Так еще, подожди, паладин ролил там. Ну. Ему один дали, ему. Все нормально. Ну-то надо эта борода. Может, на успех. Палка на успех, надо. А что, будет еще рейд какой-то? Майк, а ну, а ДС, ДС остались все только наши, тут нечего роли давать, я дам его. Ну, значит, все ушли. Не, только не отдай Егору хоть, отдай в эту ГБ получить. Я зайду сейчас на мага и отдашь мне. Этот, ну, давай смотри не поехать. Лубай крим, смотри не поехать. Пухну на эпоке, да? Давай, давай, по очереди. Кидай свой лут на это, через нас. Слава, 1200 поставил. Кто-то больше ставит. 2000 буревестник. Раз. Два. Три. Кидай обмен. Нет, там 2-1. Есть. Я побою. Кто-то больше ставил? Уже 2-3 лови. А, ладно, я тогда молчу. У меня, наверное, у Егора кто-то замучен. Потому что я не вижу этого человека. А кто? Понятно. Буревестник. Ловит снов и буревестник. 3к буревестник. Походу он выиграл, потому что уже прошло сколько времени. А вот 3-5. 4. Аня, кикни, короче, это где-то по расу его. Стрельку кикни. Буревестник выиграл. ДК кикни. И типа начислили, типа. То, что мы добили там, получается, сколько? Дозапронос. Ну, я дозапронос постоянно давал 400, типа. И там отдельно людям, которые писали, что они могут прийти, типа, full DP, ну, соответственно. Сейчас разберем. А вот так. Нет. Слава, ты будь бета-тестер снял, верни ему. Я да, уже вернул. Хорош. Хорош, хорош. Че, все там больше нечего и пашите? Что? У меня все. Ну, у меня только лежит палка, не помню, надо, я сейчас продам их все. Ну и все тогда. Захожу на мага. Слава, теперь по минусам. Юмакс минус 150, трусователь минус 150. Это из того, кого я заметил. Потом, кто там вздыхал. Агрессор вздыхал. 150. Ну, я скажу честно, вот не знаю, почему 150. Во-первых, надо, ну, заебали бы было бы им по 500, это первый момент, потому что, ну, заебали. Во-вторых, я трусователь въебал бы косарь, потому что я ему говорю, тебе минус 500, а он говорит, мне похуй, типа, на. Ну, если ему похуй, ну, знаете, ну, с 1000, ну, нахуй, въебать. Ну, ну ты понимаешь, это просто отношение людей такое. Вот это, ну, изначально такое заложенное. Они приходят. Почему? И, ну, он делает домашнее, делает все вроде. И за АФК получается. Два раза шнуркам снять за АФК и озероли один раз. А, ну за АФК, ну. Да, давай, тоже. Типа, камон, зачем, за что мне снимать, когда я пришел, и после этого еще 5 минут мы АФК стояли? Ну да, может кто-то другой там. Там был один момент, что Саня тебя орал прям, короче, из рейда. Ну типа, ладно, окей, я отошел, условно, окей, ладно. Но после этого мы еще 5 минут только стояли, после того, как на меня нарыли. Ну потом кто-то другой уже начал там, понял. И вот это в куче. Ну типа, меня как бы тоже заебывает, что все пока стоят, хули я должен типа сидеть, когда я могу дать и кушать себе готовить. Звали тебя, пока ты тебя не дозвали, короче, другой отошел, типа, ну. Потом мы добирали людей уже в рейд. Мы пока вы, ну, типа, позвали, мы могли уже пул делать, понимаешь? Ты же сам релишь, ты, ну, тебя такое не заебывает, что ты АФК, у тебя люди, ну, типа, бывает. У меня просто люди не так часто АФКшат. Ну вот. Я им сходу ебашу просто. Красавчик. Ну, сейчас мы будем вот сходу тебе сходу ебашить. Тоже надо заебашить, и все. Хорошо, хорошо. Так. Я не могу отдать тебе эту триню, потому что у меня неподтвержденный аккаунт. Я уже 1000 раз сказал. Давай ее разъепешкам, но потом разберете, кому отдать. Сейчас я зайду на мага. И будем собирать грой маги ХМ. Не тяли на маги пойдем.
Дайте анонс эту магию. 10 маяка. Раз, два, три. Кинись потом, разберетесь сами, короче. Я попал. Я ее тебе отдать не могу, еще раз говорю. Я понял. А дальше, я там это, писал, что у меня не будет воскресенья на РТ. Точно. Это второе. Важная самая часть. Сейчас. Так, кто там, Слава, кто принял КД? Азерона принял КД точно. Ему сейчас, Слава, добавляй дополнительно. ИП. Бонд. 600. Бонду тоже дополнительно 600 добавляй. Потом госпоже 600 дополнительно добавляй. Себе ты уже начислил. Что там еще? Принимал КД. Эси. Я принимал КД, блядь, ничего себе. А ты за Фобус пошел. Тебе Фобус получил. Я тоже 2 КД взял. Так что, на Фобуса добавлять или что? Не, на Фобусе уже и так он получил. Ну я все, блядь, кидал его нахуй. Кидал его, да. Кто там еще принимал КД? Буревестник, да. Он пишет. Поставь Буревестник, да. Плюс 600 докинь еще. Сложность поставь. Все, кто может ставить сложные, все вышли с игры. Да, да.